Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такой готовый завтрак, звездочки медовые из ленты Disney, 370 грамм, вот состав и все прочее, они вот здесь вот по бокам находятся, и в конце ролика будет на них фотография. И с другой стороны, в принципе, то же самое. Упаковка довольно мягенькая. Давайте посмотрим. Я еще их не пробовала, мне интересно. Открываем. Вот, просто не умещается оно у меня здесь под камерой. Особо уже вот. О, они упакованы в мешочки. Два мешочка. Она пустая. Убираем ее. Очень удобно, кстати. Два мешочка. Не как всегда было. Один мешочек, и там какой-то он маленький, вспомните. А здесь два мешочка. Ну, как заявлено на картинке. Они здесь, вспомните. Смотрите, какие красивые, аккуратненькие такие. Даже не звездочки, а цветочки. Когда увидела, думала, цветочки. А здесь что? А, ну тут еще похоже. Тут еще, ну, как-то так вот более-менее. Совсем разное. Да? Разное ведь? Напишите в комментариях. Совершенно разное. Ну, за 50 рублей, в принципе, можно, да. Да, уже запах такой стоит. Такие тяжеленькие. Так, у меня тарелочка такая вот есть, ложечку взяла, молочко разогрела. Вы будете смотреть, я буду сейчас кушать. Так, чуть-чуть пошумлю. Здесь очень пахнет ароматно розой. Предыдущий обзор был на фигпрайсовскую ароматную бутылочку с палочками. Посмотрите. Ой, они тоже очень пахнут. Они пахнут кукурузой с медом. Так, возьмем чуть-чуть. Молока я сделаю немножко. Попробуем их сначала. Ну, в принципе, так-то они даже блестят немножко. Довольно-таки легенькие. На цветочки больше похожи. Вкусные. Да, они похожи больше на кукурузные, но они... кукурузные они какие-то тоненькие, да. А тут они толстые и не такие воздушные. Они как будто из теста. Вот, смотрите, детеныш вместе с мамой. Мне жалко его кушать. Да, она довольно такая жесткая. Чувствуется, что прям такая из теста, прям месили там. И представляю, как этими цветочками так шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, как эти штампики. Сладкая такая, вкус медовый. Так, вот тут у меня молочко. Опа. Все выливаем туда. Ой, прям вкус меда. Я обычно делаю это вот так вот. Сейчас, мне кажется, надо еще немножко добавить. Обычно я еще жду. Раз уж начали есть, тогда уж полноценно поедим. Ну, за счет того, наверное, что они толстые, придется подождать немножечко подольше. Будем пробовать. Попробую ее вместе с молочком. Не все, но уже мягче.
Да, очень вкусно, очень приятно есть. Я однозначно я буду покупать их еще. Это довольно дешево, вкусно. Без всяких там Е-добавок, по крайней мере, она. Они, в принципе, тут и не ощущаются. Бывают прям ощущаются очень такие какие-то вкусы непонятные. Здесь довольно вкусно, мне понравилось. Рекомендую. Ну, единственное, они, конечно, отличаются, эти цветочки, от красивых звездочек на упаковке. Совершенно разные. Здесь они такие толстые, какие-то пухлые и широкие, не такие красивые. Не знаю, может быть, у кого-то напишите в комментариях, попадались действительно красивые, но мне не попались. Я буду покупать еще и, в принципе, вам напишу там в комментарии. Давайте подождем, наверное, еще капельку. Все-таки мне интересно, насколько они будут мягкими. Вот для вас это сейчас пройдет пару секунд. Так, ну вот, прошло еще где-то минута 3-4, наверное. Думаю, еще раз давайте попробуем, чтобы вас не томить. У нас уже какая, 3-4 попытка. Все, стали мягенькие. Мягенькие они, но не настолько. Немножко жестковатые за счет того, что они толстые. Такие, знаете, жуешь как жвачку. Как кукурузная жвачка во рту. Немножко прилипает там к небу. Не совсем приятно, но вкусно. Хочется все равно снова и снова ее покушать, такую жвачку. Да, жестковатые они. Оно жестковатое, но вкусное, можно поесть, я рекомендую. Ну вот, напишите в комментариях, как вы их едите. Знаю, я уже об этом вам говорила. Но напишите, что вы еще параллельно добавляете, или, может быть, вы эти звездочки в какой-то салат добавляете, в качестве кириешек, например. Мне кажется, будет, кстати, интересно. Салат с кириешками, только добавить такие звездочки, они, по крайней мере, по составу немножечко получше, чем сами кириешки. Или что вы вообще с ними делаете? Может быть, вы какие-то рецепты знаете? Вы можете их написать в комментариях или на почту, или ВКонтакте мне. Инстаграм, Фейсбук, также все есть. И я для вас этот рецепт приготовлю с большим удовольствием. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!